25 жовтня 2015 року відбудуться місцеві вибори згідно з новим виборчим законодавством. За якими ж правилами громадяни України обиратимуть депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських голів? Кількість депутатів буде скорочено. Вибори депутатів сільських та селищних рад відбуватимуться так само, як і в 2010 році, тобто за мажоритарною системою відносної більшості. Кандидат у депутати до сільської чи селищної ради може бути або висунутий партією, або самовисуванцем. Кандидати в бюлетені розташовуються в алфавітному порядку. В окрузі перемагає той, хто отримав найбільшу кількість голосів виборців. За таким же принципом обиратимуться сільські, селищні та міські голови, але лише тих міст, де кількість виборців менше, ніж 90 тисяч. Міські голови міст, кількість виборців у яких більше, ніж 90 тисяч, обиратимуться за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто так само, як ми обирали президента України. Міським головою стане той, хто в першому турі отримає понад 50% голосів виборців, що прийшли голосувати. Якщо ж цього не станеться, то оголошується другий тур, в якому змагаються два кандидати, що отримали найбільше голосів. Другий тур проводиться через 3 тижні, тобто не пізніше 15 листопада 2015 року. Вибори депутатів районних у місті, міських та обласних рад проводяться за відкритими партійними списками. Територія району, міста, області ділиться на округи, кількість яких дорівнює кількості депутатів. Округи мають бути з приблизно рівною кількістю виборців. Місцева організація партії висуває список кандидатів. Кількість кандидатів у депутати, включених до списку місцевої організації партії, не може перевищувати кількості депутатів ради плюс один. У виборчих списках кандидатів у депутати має бути не менше третини представників однієї статі. При цьому у виборчому списку місцевої організації партії визначається перший кандидат. Інші кандидати розташовуються у виборчому списку в алфавітному порядку із зазначенням територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат. Мінімальна кількість кандидатів у партійному списку законом не визначена. Отже, партія може закріпити кандидатів не за всіма округами. У бюлетенях з виборів депутатів районних у місті, міських та обласних рад вказано порядковий номер місцевої організації партії. Партії розміщуються в бюлетені в порядку черговості, визначеної шляхом жеребкування. Великими літерами вказана повна назва відповідної місцевої організації партії. Маленькими літерами в дужках – прізвище, ім'я та по батькові першого кандидата в списку кандидатів. Через тире – великими літерами – прізвище, ім'я та по батькові кандидата в депутати, закріпленого за відповідним територіальним виборчим округом. Між порядковим номером та зазначеними даними розміщується порожній квадрат. Участь у розподілі мандатів беруть партії, які подолали 5% бар'єр. У результаті виборів може статися, що в окрузі не буде обрано жодного депутата. Наприклад, якщо жодна партія не закріпить за цим округом свого кандидата, або всі кандидати з цього округу отримують низькі місця у своїх внутрішньопартійних рейтингах. Може статися і так, що депутатом стане не той кандидат, який набрав найбільше голосів у цьому окрузі, а той, хто вище в партійному рейтингу. Зараз повноваження місцевих рад розширюються, тож проголосуємо за нові ради відповідально. Только что мы с вами посмотрели видео о том, как голосовать по новым правилам, по новому законодательству. Это видео было изготовлено общественной организацией Internews Украина в рамках программы агентства США по международному развитию. Ну и, как вы уже поняли, дальше мы будем говорить о выборах, но без упоминания конкретных политических сил или каких-то определенных политиков. Мы живем с вами в разных регионах, в разных точках Украины, и на самом деле вопросы, которые в основном, наверное, вот витают где-то в воздухе в эти последние дни перед выборами, да, кого выбрать, как разобраться, кто не просто хочет повесить лапшу на уши избирателям и таким образом просто получить их голоса, да, но кто действительно из кандидатов может что-то изменить и кто готов своим временем пожертвовать своими, возможно, интересами для того, чтобы что-то улучшить конкретно в вашем городе или в вашем селе или в вашей области, да, в общем, если мы говорим. Ну и будем об этом говорить с настоящими экспертами. Андрей Круглашов в нашей студии. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Руководитель проекта «Честно». И, в общем-то, много о вас можно интересного сказать. Вы с 2011 года работаете в «Честно» как активист. До того
у вас была приобретена степень кандидата политических наук и магистра психологии и политологии. Вы исследовали возможности ограничения и противодействия манипулированию в избирательных кампаниях. Вот, и на протяжении 10 лет консультировали ряд кандидатов и партий, не только в Украине, в России, да, но еще и в Канаде, и в Соединенных Штатах Америки. Да, и даже в Кыргызстане приходилось, и даже в Камеруне. Да. Слушайте, ну вы, значит, как никто другой, понимаете прекрасно, что хотят кандидаты от избирателей в первую очередь. Вот мне интересно, да, вот в основном, зачем какие-то определенные личности идут в политику? Самый прекрасный вопрос. В данном случае я и мои учителя, их учителя стараются задавать кандидатам самый первый вопрос именно этот. Зачем вы идете в политику? Зачем вам эта должность? Угу. И если у кандидата ответа нет понятного, я, например, не сотрудничаю. Неинтересно. Ну, бывали смешные ответы. Ну, я же там не потеряюсь. И я говорю, не сомневаюсь, что не потеряетесь. Но есть нюансы. Да, потому что выбор – это про избирателей. Не про эго какого-то кандидата. Идут, ну, что вам сказать, друзья, самый распространенный мотив – это страх. Потому что мы на постсоветском пространстве, мне приходилось работать и в азиатской части России, и в Центральной Азии, мы все выросли в культуре, где власть выше права. И ты можешь себя защитить, если у тебя есть волосатая рука, как говорят в Киргизии, байкешка, дядя какой-то. То есть, кто тебя прикроет, кто... И люди идут в политику, потому что их обижали в школе, а мы опять-таки из культуры насилия, из культуры унижения. И потому что так, если я дядя с мандатом и с ксивой, меня не тронут менты. Ну вот давайте будем говорить откровенно, 90% идут во власть за безопасностью. И это трагедия, потому что и надо ведь... И это именно то, почему нас так сужено понимают политику, как захватить власть и удержать. И почему так тяжело расстаются с креслами? Потому что выход из системы чреват попаданием или в тюрьму, или на кладбище для многих. Украина попыталась и довольно успешно, мне кажется, хоть и часто силовым путем, разрывать этот порочный круг. Тот же Кыргызстан тоже дважды проводили революцию, сбрасывали Акаева, Бакиева. Нам дважды пришлось сбрасывать Януковича. Но в систему, самое важное поменять саму систему, так, систему стимулов. Тогда люди будут идти во власть или чтобы бороться с, скажем, несправедливостью, потому что активистами становятся люди не от хорошей жизни. И таких активистов много. Кто-то вырубают лес, людям не плевать, они идут в политику, чтобы защитить. Их много? Вот сегодня я в Украине что изменилось за этот период? Мы как-то, может быть, в последнее время все от революции достоинства отсчитываем, но это может быть слишком еще немного Нет, времени мы изменились, прошло. Кстати, вот давайте главное, последние, вот, последние выборы, которые были в местные советы. Десятый год, 5 лет тому назад. Вот за эти 5 лет что-то произошло в стране? Да, знаешь, в первую очередь изменились люди. Политики, они конформисты. У нас все-таки демократия. Нравится это кому или нет, может кто-то представил, что демократия – это у каждого по 3 Мерседеса, ничего подобного. Но электоральная демократия у нас работает. У нас правовое государство не работает. А вот демократия работает. Мы можем выбрать уже реально вот тех, кого хотим. Ну, вопрос, что потом с ними делать? И вот на этот вопрос мы честно стараемся давать более предметный ответ. Вот это самый важный вопрос, потому что нам в сказках не рассказывают, что было потом после свадьбы, жили долго и счастливо. Знаете, все заканчивается, как бы день выборов, ночь, а потом как бы другая жизнь. Вот мы пытаемся в эту жизнь заглянуть. Но изменилось наше самосознание. Потому что я владею исследованиями, которые показывают до Майдана, скажем, 13-й год, октябрь, когда людей спрашивают, скажите, от чего в первую очередь зависит ваше будущее, то там процентов до 40 говорю в целом и в основном от моих усилий. После, через год, такой процент стал 73. Это большое изменение общественного сознания. Слушайте, опросы – это, знаете ли, одно. Хочется показаться, наверное, умнее, справедливее. Это верно, поэтому тогда спрашивают, как вот насчет ваших соседей. Это способ, кстати, выровнять такую проблему с опросами. Но посмотрите, 74% людей
2014 году жертвовала на что-то свои деньги или время. Неважно даже на что, да, потому что само дело хорошее. В политике, вообще так же и в жизни, по-настоящему реальные только средства, там, дела. Вот если это что-то хорошее, оно оправданий не требуется. Вы понимали, вы спросили, что хотят кандидаты. Кандидаты часто являются носителями определенного стиля поведения. Вот человек, у которого в руках молоток, в каждой проблеме видит гвоздь. Да? А искусство политконсультанта под такого человека, вот у него сильная сторона, здорово владеет молотком или там топором, сказать, вот это дрова, и это дрова, или это гвоздь, и это гвоздь. То есть политконсультант, он интерпретирует, он пытается показать политика в выгодном свете и продать таким образом его возможности под ваши потребности. Но хороший политконсультант, он слушает сограждан, не через опросы чисто количественные. А вот так садимся в десятером, называется это фокус-группа, и мы общаемся с людьми. А какие вы видите проблемы? Возможно, вы думали о путях их решения, чего не хватает. И часто люди говорят, в первую очередь, что им не хватает, что они не чувствуют, что политики их представляют, что чувствуют, что политики представляют олигархов, кого-то другого, но точно не их. Люди бы давали деньги даже политикам, если бы понимали, что те их представляют, а, и б, что эти деньги идут впрок. То есть подотчетность. Вот поэтому мы требуем честно подотчетности за деньги. Потому что мы, депутаты нам не враги. Вообще-то депутат, так устроена система, априори это наш союзник. Но он этого не знает, мы этого не умеем. И, соответственно, остаемся в дураках. Депутат становится заложником тех, кто платит деньги и заказывают ему музыку, а мы провожаем своих друзей в депутатство как пропащих, знаете, как холостяки. А, был хороший парень, да, женился. Надо менять свое отношение. Депутат – это, конечно, не слуга, потом местный, потому что это вранье, честно говоря. Мы им не платим прямо деньги и зарплату. Но они почему-то туда идут. Но они точно не наши хозяева. Очень тратят деньги на политические, значит, на все, на кампанию, да. Они вот строят площадки даже, ну что угодно делать. Они готовы, я не знаю, руки целовать. Конечно, они еще хотят, чтобы их любили. Вот про безопасность это одно. Другое, люди психологически хотят, чтобы им любили, восхищались. Ты на Вася, ты на билборде. Мне кажется, процент меньше гораздо, чем вот та категория, которую вы назвали в самом начале, которые та хотят категория... защитить, возможно, свой бизнес, свои интересы и чувствовать безопасность, потому что, очевидно, они в ней как-то по-особому нуждаются, да, или какие-то гарантии. Да, потому что у нас, кроме IT-бизнеса и консультирования, любое, что вырастает там больше нескольких миллионов гривен и существует физически, является уже объектом для посягательств. Поэтому люди идут в власть, чтобы защищать свой бизнес. А надо менять саму ситуацию, в которой бизнес не будет нуждаться в защите. В таком мере, если держишься легально. Но это не только вопрос избрания кого-то. Это системная проблема. Вот на самом деле мы сегодня сделаем еще такой эксперимент. Мы с несколькими городами Украины свяжемся, чтобы понять, какая атмосфера там, да, что, что там обещают избирателям, как себя ведут и кто идет, возможно, да, на выборы. Какой психотип, да, из того, что вы описали, и в чем эти люди заинтересованы. Перед этим я хотела бы, чтобы мы посмотрели такое небольшое видео. Это вот, собственно, люди, да, что они думают, почему нужно идти на выборы, да, что, почему нужно голосовать, в принципе. И на самом деле, с какими мотивами каждый из нас пойдет или не пойдет в 25 числа на избирательные участки, это тоже важно. Вот и, собственно, видео «Радио Свободы». Почему нужно голосовать или почему люди идут на выборы? Я житель города Славянска. Люди наши пережили войну. Этот кусочек времени очень важный для нашего города. Это как бы переходной. И вот сейчас, как мы решим, вот такой переход и будет. Понимаете? И надо, чтобы победила совесть. Вот самое главное. Победила совесть наших избирателей. Невыгодно продавать и покупать свой голос. Криминальным преступлением считается как покупка голоса на выборах, так и его продажа. Принять подкуп, взять взятку за свой голос, продать свой голос, продать свою душу на выборах. До 2 лет тюрьмы, отдать подкуп, купить чужую душу, купить чужой голос на выборах. До 3 лет тюрьмы. Подарунки на даний час нічого не вартують, а майбутнє наше, нашого міста і наших дітей – це
це досить суттєво. Вже хватить жити сьогоднішнім днем, а пора жити вже на майбутнє. Если, допустим, этот кандидат что-то плохое сделает, а у тебя твои дети будут спрашивать, за кого ты голосовал, ты там скажешь, я за гречку голосовал, ну так получилось. Наверное, как-то даже на себя в зеркало будет неприятно смотреть. Ну вот, по сути, это больше аморально. Хотілося б вірити в те, що факти підкупу голосів на виборах не матимуть місця у нас, але тим не менш досвід і практика попередніх виборів показує, що все-таки це так. Єдине, що хочеться сказати людям, які продають свої голоси, не дивуйтеся потім прорваним колекторам, не дивуйтеся потім тарифам в маршрутках по 3, 4, 5, 10 гривень. Не треба цьому дивуватися, і фраза, що ми дійсно не впливаємо на владу, потім дійсно не працює, якщо ви продали свій голос. Тому я раджу всім не продавати свої голоси, бути чесними в першу чергу перед собою. Ну вот такие мнения наши собрали наши коллеги с Радио Свобода. Андрей Круглашов в нашей студии, руководитель проекта «Честно». Ну вот, собственно, что вы услышали? Это такая, наверное, подборка каких-то вот, понимания выборов, как это должно быть, вот логичных, наверное, угу. Да? То есть у людей есть видение. И люди к ценностям апеллируют, это самое важное. Потому что можно, конечно, сказать, что продаваться за 3-4 копейки в день, а если разделить на каденцию, там, паёк, это ровно то, конечно, очень невыгодно, но это сразу говорит о том, что ну, если больше, то, в принципе, есть смысл. А ведь фишка в том, что тот, кто покупает, завтра продаст. Те, кто вкладывают, идут, чтобы украсть. Часто. Но мы можем не дать им этого сделать, если ведем ежегодные аудиты всех коммунальных предприятий, если ведем бюджетный регламент, когда мы сможем участвовать в принятии решений не только мэры-депутаты между собой устраивают, а группа активных граждан собирается и предлагает бюджетную статью. То есть вещи, которые уже работают за границей, это же Польша, 10% налогов наших, каждый гражданин своих налогов может направить так, куда считает нужным. Вот эти механизмы важны. До выборов нам не сильно надо вестись на какие-то обещания, особенно понимать, что ни мир, ни война, ни тарифы на газ, ни также пенсии и даже зарплаты не являются темой местных выборов. Вот хочу объяснить, что такое политика, тогда будет понятно. Я сказал про один смысл политики, который нас хорошо знают. В английском это politics. Это как взять и удержать власть. А есть policy. Это диалог, коммуникация, как хотите назовите, беседа об общем благе и том, как его обустроить, через какие правила. Вот то, что такое общее благо? Это все, что находится за дверями нашей квартиры или за забором нашего дома. Потому что, как бы ни было хорошо у вас в квартире, если к ней ведет вонючий подъезд, темный двор и разбитая дорога, то вы счастливы, будете очень ограниченное время, пока находитесь в своем уютном доме. Но будете волноваться за близких, за детей, как они там идут. Вот политика для того, чтобы заняться этим двором, подъездом, дорогой. Вот это, например, конкретно зачем политика. Политика – это тоже не есть какое-то сверхдобро. Но альтернатива ей – только насилие, право сильных. Мы это видим на тех территориях, где политика рушится или где есть диктатура. Просто диктатура многим симпатична, потому что, ну, понятно, у кого-то одного есть право на беспредел, или иначе это называется, когда у одного произвол. Русский язык богат формами, объясняющими возможность одного человека издеваться над другими. В этом плане мы много столетий были в таких дискурсах подчинения, как называется. Но в хорошей системе, которую мы должны и строим, право определяет. То есть наша свобода, она ведь защищается таким образом. И, кстати, свобода гражданина, она вот настолько велика, насколько у нас есть возможность не выбрать пряник или не выбрать гречку, и нас не ударят за это кнутом. Потому что многим нравятся подкупы. В городах действительно можно сыграть такую партейку прагматически. Ну, этот даст, этот даст, этот даст, этот, а проголосую по совести. Ок, ну, теоретически все можно. Но попробуйте это сделать в моногородах или в селах каких-то неофеодалов украинских. А сейчас такие есть, да, и немало где. И это не появилось после революции. Это просто еще и не разрушилось. И децентрализация может укрепиться. А вот там попробуй отказаться от пайка. Отказаться от чего-то. Ты скажешь, ты так, чего такой дерзкий? Да? Угу. Ты, может быть, не такой, как все? Но даже в больших городах, на примере столицы, есть ситуация, когда, например, приходит ребенок из школы с плакатом
конкретного кандидата или конкретной политической силы. Да, а учительница дала, сказала повесить у себя на подъезде. Это есть сегодня в Киеве происходит. Это издевательство над педагогами, конечно. Это, ну вот, да, тут вопрос, обсуждали мы это, зарабатывает кто на этом, пришли к выводу, что не учитель наверняка и даже, возможно, не директор. Это просто, слово, может быть, педагог, какое-то указание. Это не просветитель, да, это буквально переводится как раб, который водил детей, да, термин древний. Вот так к нашим учителям и относятся. И даже гуманную педагогику Шалван Манашвили, прекрасного педагога, пытаются авторитарными методами навязывать. Потому что у нас система так устроена, что вот эта система подчинения, когда... ты начальник, я начальник, ты дурак. Вот это надо менять. Вот поэтому мы говорим о депутате как о партнере. Он нам не начальник, он нам не слуга. Хватит играться в господ и рабов. Давайте строить партнерские отношения. Это неплохо, конечно, да, звучит. Но если мы объединимся, тогда мы будем партнеры. Не один я пришел, это тоже влиятельно, да, написал запрос, пришел в примальню, а лучше, когда с моими соседями, потому что у нас есть какая-то общая проблема, наверное, да. Давайте ее решать вместе. Да. У нас есть включение из Херсона и моего, и вашего коллеги, между прочим, Сергей Никитенко, журналист и координатор движения «Честно». Вот, Сергей, что у вас в Херсоне происходит? Потому что в Киеве безумное количество рекламы, эти лица, эти лозунги просто валятся на тебя со всех сторон, и устаешь, на самом деле, от этого. Вот в Херсоне что? Добрый день. В Херсоне ситуация немножко отличается. Здесь пока не стоит говорить о каких-то серьезных фондах и так далее, хотя факты эти есть, но они не зафиксированы, не милиция. В принципе, подкуп есть. Пока цена голоса, который мы слышим, это 500 гривен. Ну, для Херсона это довольно-таки большие деньги. Если говорить, пока у нас проблема, это все-таки попытки реванша прошлой власти, которые поддерживаются напрямую из администрации президента, как мы видим. И фактически сейчас Херсон оказался одним из немногих городов, где избирательный процесс вышел из правового поля. Это действительно так. Херсонскую городскую избирательную комиссию лихорадит. Невозможно. Они не могут работать. До сих пор не приняты важные решения. До сих пор не приняты решения в бюллетенях и так далее. ЦВК своим решением принимает решения за территориальные комиссии и так далее. Ну, пока это самое страшное, что есть у нас. Ну, на самом деле, вы такие страшные какие-то вещи говорите, и вроде как и нелогично кажется, как эта администрация президента помогает в том, чтобы, значит, состоялся реванш прошлой власти. Что это такое? Ну, партия «Наш край» всем известная, да, и мы видим, как продавливается. Фактически была ситуация, когда трижды территориальная комиссия отказала в регистрации кандидату в мэры от нашего края и кандидату в депутаты. И фактически через суды, давление на суды через ЦВК его все-таки протащили, скажем так. Вот как тогда, в такой ситуации непростой, видят все это, вот 25 число представляют себе простые граждане, да? Есть ли желание идти на выборы, если есть желание, почему? Это из-за каких-то материальных, благ, да, которые там предоставляют, из-за гречки, из-за того, что нужно все-таки что-то менять, или потому что просто нечего делать в воскресенье? К сожалению, на выборы пойдет очень мало людей. Пока мы не прогнозируем, но видим, что будет явка даже, возможно, по Херсону, по городу Херсону, ниже 30%. Скорее всего, в 2010 году было 32% примерно. Мы видим, что люди не хотят идти на выборы. Но самое страшное, что те, кто хотят идти на выборы, либо не определились, либо готовы голосовать за популистов, за людей, которые обещают бесплатные анализы, уменьшение цены на газ в 4 раза и прочие чудесные вещи. Это как раз функции, которые положены на местные советы, да, на самом деле? Нет, как раз надо. Это я, знаете, иронизирую, в кавычках все. Да.
А почему это... Вот мне интересно еще, да, есть же еще будут мэры разбираться, вот депутаты, которых вы каждого знаете в лицо, да, в Херсоне. Что-то хоть как-то поменялось? Или, в принципе, вот ситуация, которая была 5 лет тому назад, повторяется? На примере моего города она во многом повторяется. Вот, да, что в Херсоне? Ситуация стала еще хуже. Ну, если можно ее охарактеризовать плохо или хорошо, она стала хуже. Потому что в 2010 году, мы помним, была хоть какая-то у людей надежда, да, люди на что-то надеялись и шли на выбор. Сейчас активно люди, ну, активно в кавычках, не хотят идти на выборы, потому что не верят в какие-то изменения, не верят в то, что их голос что-то меняет. Но это фактически результаты действия депутатов пока действующей каденции. Которые тоже стремятся попасть, да, получить эти мандаты. Стремятся попасть, да. Очень много людей, кстати, не самых худших депутатов, отказались идти на выборы. Действительно, ну, можно приветствовать их решение. Они отказались идти с популистами, либо просто отказались идти. И просто, ну, это действительно, вот это большая проблема. Списки избирателей, которые мы, списки депутатов, которые мы, кандидатов, которые мы анализируем, показывает нам то, что следующий созыв будет очень слаб. Депутатов будет, ну, пока тех, кто мы видим, точно анализируем, что могут пройти, это будет очень слабый созыв, перед которым будут стоять очень серьезные решения, и мы сомневаемся, смогут ли они работать объективно, скажем. Сергей, ну такой вопрос, на самом деле, если в прошлом году на выборах в Верховный Совет мы увидели все-таки новые лица, свежую кровь, так сказать, да, людей, которые пришли не из политики, не из бизнеса, вот есть ли такие примеры в Херсоне сегодня, вот просто активисты или, может быть, журналисты, или вот простые люди, которые вот решили что-то своими руками, собственно, сделать, поменять, и для этого им нужно пройти в горсовет? Очень мало таких людей, действительно мало. Одна партия, действительно одна, это, ну, все же бывшая власть, оппозиционный блок, они взяли в свой список очень много общественных активистов. Да, они не очень известны, многих из них не знаю даже я, кто это, эти люди, но по спискам я смотрю, действительно очень много людей, какие-то из общественных организаций и так далее. Это да. Пройдут ли они, ну, большой вопрос, потому что все-таки это партия специфическая, и там на первых местах стоят, ну, люди с большими деньгами. Все остальные взяли к себе, в лучшем случае, каких-то бизнесменов. Да, действительно, в блоке Петра Порошенко идут очень много молодых, незаезженных лиц. Это действительно так, но в то же время с ними идут и рядышком в ногу шагают старые лица, либо очень... Ну, скажем так, очень-очень одиозные люди, тендерные короли и так далее. Ну, в общем, картина понятна. Мне интересно у Андрея Круглашова спросить. Это вот, скажем так, такой, может быть, пример, вот исключение из правил, то, что в Херсоне происходит, картинку, которую Сергей нам описал, или это тенденция? Тенденция – это хотя бы надо иметь три точки. Но тенденция сложная. Я считаю, что Херсон особый своим активизмом, что люди серьезно бросили вызов сальдо, и в то же время действительно там победил городской голова, такой майдановский, постмайдановский. То есть, вот это феномен, когда слабое, я согласен с прогнозом Сергея, вероятно, состав будет слабее, но чувствительней, если сильные активисты. У нас есть больше шансов заставить сделать этот выбор правильным, пусть даже у нас вариантов очень немного. Просто взаимодействие, давя на депутатов, потому что реально запрос на перемены, он всегда снизу. Если бы в 60-х, как бы красиво ни говорил Кеннеди и грамотно не манипулировал Линдон Джонсон, ничего бы не было без движения за права человека. И с другой стороны, риска от черных пантер Малкома Экс. У нас похожая конфигурация, но нам нужно это движение за права человека. Мы честно делаем одну часть работы, другие ребята тоже. Я считаю, что по Украине ситуация, в принципе,
допускает приход новых людей? Потому что за активистами в многих регионах партии бегают, приглашают, особенно женщин. Ну, квота здесь тоже положительную роль играет, я считаю. Но финальное решение за людьми. Потому что тот, кто не голосует, ну, он уже принял решение оставить все как есть, оставить все на произвол судьбы. Это надо просто тоже понимать, что отказ от принятия решений – это есть принятие решений, оставить все как есть и наплевать. После меня хоть трава не расти. Я сознательно позволяю моим соседям, о которых часто думаю плохо, решить мою судьбу. А что лучше, не голосовать, не пойти на выборы или проголосовать за деньги? Голосовать лучше всегда. Деньги, не деньги, что у тебя в голове, это, строго говоря, не важно. Uh-huh. Да? Ну, важно там для своей совести, для священника, не знаю для кого. Но само голосование, оно, ты принимаешь ответственность за свой выбор. Я, например, с отвращением в 2010 году голосовал за Тимошенко. Да? И до сих пор не уверен. Хотя почему-то многих убедил против всех, а сам в последний момент соскользнул. И думал, нет, ну мне так было как бы и там неприятно, и тут страшно. Проголосовал. Ну, это выбор, за который ты несешь ответственность. Меньше зол, да, получается? Да. А вот сейчас есть ли какая-то альтернатива злу, если вот так описать? А зла, да, нет. Вот все не нравится, и зла нет. Все даже размыто. Нет зла. Вот ситуация сложнее. Можно сказать, что прошлое. Систему нужно менять. Систему нужно менять, потому что правила места, они очень сильны. Если, вот представьте себе, что такое коррупция. Это комната, заваленная хламом, куча ящиков, картонок и узкие проходы, кухня, каким-то важным местам. И в узких проходах стоят люди с ксивами, и которые говорят тебе, слушай, дорогой, тебе надо туда, ну не, ну ты можешь, конечно, несколько часов лезть через ящики, через всю грязь, но ты же лучше там сэкономь, тут может, есть другой путь. Да, дай мзду, и пойдешь быстрее, мы тебя на кухню пройдем, даже чайку нальем. То есть люди, которые стоят в проходах, они заинтересованы в сохранении этих всех ящиков и грязи. Можно менять людей в проходах, их ловить, сажать, но надо желательно просто расчистить. Вот что мы предлагаем поэтому: аудиты, бюджетирование участницкие, то, что, за что Сергей уже много лет борется и успешно, за регистрацию конфликтов интересов. Когда, что такое конфликт интересов? Например, когда у меня завод, который делает плитку, и тендер разыгрывается, я вхожу в комиссию, которая принимает решение. Значит, я не имею права это делать. Или решение должно приниматься на уровень выше. Ну, ничто не гарантирует нам отсутствие коррупции. Но у нас появляется шанс тогда. Что бизнес видит сигнал. Ага, здесь можно выиграть тендер. Здесь все прозрачно. Это вот та категория, о которой вы в самом начале говорили программы, что вот люди, которые из бизнеса, идут для того, чтобы отстоять, защитить свои интересы или даже продвинуть, возможно. К Сергею такой вопрос. Учитывая всю такую очень нецветную, да, серую картинку, которую вы описали, вы же пойдете на выборы наверняка. Вот вы для себя поняли, если вот за кого вы будете голосовать? Есть все-таки надежда на кого-то? Меньше из зол вы будете выбирать? Или вы против всех проголосуете? Нет, конечно, я пойду голосовать, я никаких выборов никогда не пропускал. Я название партии, ну, не буду говорить, не надо, не надо. Совсем этично, но я уже принял решение примерно за кого буду голосовать в областной городской совет. Это не... если в областной совет, это действительно будет голосование за меньшее из дол, действительно, потому что... ну, и там все-таки не такие риски большие, то городской совет, конечно, буду голосовать за партию, где есть люди, которых я знаю, мои соратники, которые нам помогают, и, ну, помогают в смысле и нынешние депутаты, я надеюсь, будущие, в принципе, потому что, Андрей правильно говорит, активисты решают очень много. Мы действительно за последние 4 года в Херсоне, ну, сделали, ну, не мы лично, да, а активные граждане сделали очень много. Мы заставили депутатов декларировать конфликт интересов. Действительно заставили, и они встают на сессии и дрожащим голосом говорят, что это их вопрос или связанный с ними фирм, и они будут голосовать, и они не будут за него голосовать. Угу. Это один из немногих примеров в Украине. И так далее. И нам действительно помогают в этом депутаты. Причем депутаты разные, даже регионалы иногда помогают. Мы, ну, как бы все равно, кого бы ни избрали, пройдет партия, за которую голосовать или нет, никакой разницы не будет.
мы все равно будем налаживать работу даже с теми депутатами, которые проявляют. Совершенно верно. Так и нужно. И мне еще, Андрей, да, к вам вопрос. Вот вы с какими мотивами, есть ли у вас вот то же самое, да, меньше зол, или есть реальные какие-то кандидаты, которых вы поддерживаете, да, или опять-таки вот, может, не Я поеду, конечно, в свои родные Черновцы голосовать тоже. Мы компанию, честно, «Весна відповідальна осінь» про анализ прогульщиков начинали с моего города, ее мы и закончим. Как координатор беру такую ответственность. Голосовать буду, значит, по таким критериям. Конечно, ни одного голоса людям, которые известны из авторитетных источников, что задействованы в коррупционных схемах. Буду смотреть, какой партии, а это анализ будет на Честно.орг, есть ли прогульщики, насколько люди и как относились. Посмотрю на перебежчиков. У нас в Черновицком горсовете люди, политическая траектория некоторых депутатов, мне кажется, это очень везде, вот, сильный зигзаг. Но самое главное, зачем я буду голосовать? Я буду голосовать за тем, чтобы выбрать людей, которые лучше будут распоряжаться ресурсами моей громады, моего полиса, да, града, Черновцов. Потому что я там родился, мама моя родилась, у меня там бабушка живет. Мне не плевать, что будет, потому что я даже одна из прабабушек тоже, которая уже, к сожалению, умерла в Черновцах, я помню, как она была молодец, за всех заботилась, за своем здоровье, но умерла она раньше отведенного, я считаю, потому что депутата, наверное, хорошего не было в ее округе, потому что она стала в какую-то яму, упала, сломала шейку бедра, и все, и не смогла уже выздороветь. К чему я клоню? К тому, что не выбирая депутата, не пытаясь ему помочь стать лучшим собой. Вот мне один друг хорошо сказал, говорит, я Порошенко заставлю быть лучшим президентом, потому что мы уже его выбрали, не надо постоянно всех менять, надо заставить их быть лучшими депутатами. Пусть уважают нас, а мы будем гордиться тогда, что он... Потому что депутат — это зеркало, коллективное зеркало города. Как хотим мы или не хотим. Мы потом приезжаем как зеркало депутатов, их показываем от видвидованность, как они пользуются запросами. Депутаты злятся, думают, что зеркало кривое, не рожа. Да, ну что поделаешь. Это путь, не высланный лепестками роз. Понятно, ну просто когда мы выбираем депутатов, которые хотя бы идут с нами на диалог, прислушиваются и готовы с нами сотрудничать, а мы тоже не ждем волшебника в голубом вертолете, у нас появляется шанс строить какую-то нормальную гражданскую жизнь и улучшить свой доход, потому что хороший депутат обеспечит своим запросом то, чтобы коммунальная служба все-таки обратила внимание, залатала эту яму. Бизнес посмотрит, хорошо-ка здесь, может, откроем магазин. Тут свет установили, давайте еще откроем здесь кафе хорошее, не кабак какой-то вонючий, да, а нормальное кафе. Извините, что я грубо говорю, просто надо думать о будущем. Нам привыкли кормить нас проблемами, как вот у блока ночь, улица, фонарь, аптека. Давайте вот какие-то мелочами обычно заниматься, ямочным ремонтом, потому что это круто, на этом три поколения чиновников может шикарно жить и строить себе дома и заборы толщиной в полметра. Но надо заниматься тем, что даст нашим городам будущее. Ну подумайте, вы хотите, чтобы через 20 лет ваши дети ходили вот ровно так же было, как сейчас? Если нет, то надо выбирать тех, кто, кроме решения проблем, если хотя бы предлагает решение проблем, еще говорит о том, какие возможности появятся в нашем городе. Потому что у города должна быть стратегия. В мире побеждают города, и в мире побеждают марафонцы. Те, у кого есть цель, кто готов на длинную дистанцию бежать. И нам просто надо расчистить наше большое пространство жизни от этих грязных ящиков, и тогда те люди в проходах будут там сидеть как как люди, которым нечего делать. Их необходимость отпадет. Ну, спасибо вам, во-первых, большое, да, и на самом деле очень важные вещи получилось услышать, потому что
те, кого мы выбираем на местных выборах, в принципе, они в первую очередь могут повлиять или не повлиять на комфортно, на то, комфортно вам жить в вашем городе или в вашем поселке, в вашей области или нет. А не президент там должен прийти или премьер-министр и ямки латать, да, а в принципе это прямая ответственность, поэтому к этому нужно отнестись серьезно. Я благодарна вам, Андрею Круглашову в нашей студии, координатор и руководитель проекта «Честно», и из Херсона по скайпу Сергей Никитенко, журналист и координатор «Честно». Спасибо вам. И, ну, мы не прощаемся с вами, дорогие телезрители, потому что мы еще продолжаем наш такой, может быть, совсем короткий марафон, если можно так сказать. Мы еще будем связываться с несколькими украинскими городами. Но для начала посмотрим о том, как мариупольцы готовятся к выборам. Тут у нас выборы будут скоро. Да, в курсах. А кого будем выбирать, знаете? Нет. Кого? Не, ну мэра и депутатов Верховную. Прифронтовой Мариуполь готовится к выборам. За пост городского головы тут поборются 22 претендента. Количество рекордное для Донецкой области. В местный парламент стремится попасть более 400 кандидатов. По 8 человек на одно депутатское кресло. Общественный активист Ярослав Ерохин такую активность объясняет высокими ожиданиями. К сожалению, все эти 23 года независимости Украины, даже уже 24 года, была монополия власти. Это очень большая надежда на то, что эта монополия будет разрушена. Однако оптимизма активиста не разделяет искушенный политик, глава военно-гражданской администрации Донецкой области. Противник проведения нынешних выборов на Донеччине Павел Жибрівський свои опасения объясняет лаконично. Боюсь двух речей – дурнів и монополизации. Анализируя списки кандидатов, несложно заметить, что на нынешних выборах монополию на админресурс, которую на протяжении многих лет уверенно удерживала в своих руках партия регионов, поделили между собой две политические силы – оппозиционный блок и наш край. Именно в их списках сконцентрировано наибольшее количество людей узнаваемых, способных мобилизовать электорат – чиновников, руководителей предприятий, медицинских учреждений и учебных заведений. Есть тенденция поиска новых, есть разочарование в старых. И есть желание выбрать новых. Но зачастую, и это наблюдается в Мариуполе, старые просто перекрашиваются, меняют маски, переодеваются и говорят, а мы молодые, мы новые. Основная интрига сохраняется вокруг выборов будущего городского головы. Впервые за более чем два десятилетия украинской независимости свою кандидатуру не выдвинул действующий мэр Юрий Хатлубей. А поэтому Мариуполь в ожидании нового имени. Своего человека в мэрское кресло мечтает усадить группа «Мединвест». А раскрутку кандидата, малоизвестного директора по персоналу Вадима Бойченко, начали почти год назад. Помериться ресурсом и претендовать на ощутимый результат на выборах могут известный мариупольский бизнесмен Юрий Тернавский, а также близкий к нардепу Сергею Тарути, руководитель «Мариупольгаза» Григорий Шикула. Нам обещают золотые горы, и туда мы не залезем, милая. Приблизительно равные шансы на победу имеют общественный активист, организатор местного экологического движения «Дайте кислорода» Максим Бородин, представитель провластной солидарности Александр Романюк, экс-глава областной организации «Батьковщина» Александр Ярошенко и местный депутат со стажем Игорь Решетняк. Но ключевой вопрос – кто именно придет на избирательные участки? Самое главное, чтобы люди пришли, потому что люди устали от выборов. Очень сильно устали от выборов. И прогнозировать, что кто-то сделает погоду. Здесь очень много ветров, которые здесь дуют. Их одни сильные, другие набирают силу. Одни свежие, другие задымленные, загазованные. Кто сильнее будет дуть? Я ни одного класса образования не имею. Сама не русская, это второе. Если бы читать бы могла, я бы знала, за кого я голосую, милая. Ну, а вы за кого вы голосуете? Голосовать же. Конечно, пойду, люди ж ходят, и я пойду. А вы? Ну, а мы не пойдем. Пусть бабушки и ходят. Они же сами продадут, им денег дадут, прибавку к пенсии, они все продадут. В стране такой живем. Так вы же менять не хотите на выборы? Так ничего не наладить. Так аж какой смысл туда идти? Хоть ходи, хоть не ходи, все равно выбрали, вы уже давно выбрали, уже без нас. И хоть нынешний политический расклад не позволяет говорить о том, что после выборов Мариуполь получит принципиально новую власть, общественные активисты опускать руки не советуют. Напоминают, дорогу осилит идущий. Даже если это будет 5%, все равно нужно к этому идти. Татьяна Игначенко, Александр Пугачев. Для «Донбасс Реалии», Радио «Свобода».
Мы вернулись к разговору в студии. Я напомню, что сегодня вот решили мы выбрать именно такую тему, поговорить о предстоящих выборах в местные советы. Нужно ли дома сидеть 25 октября или все-таки пойти на избирательные участки? И главное, как понять, за кого отдать свой голос, по каким критериям, мы об этом говорили и продолжаем говорить с нашими экспертами. И сейчас на включение у нас Харьков, Дмитрий Харченко, представитель Автомайдана Харьков. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, студия, здравствуйте, зрители. Очень рады вас видеть в эфире Черноморской телерадиокомпании. И на самом деле такой вот вопрос, который я сегодня задаю всем. Что происходит в Харькове? Ощущается ли, что выборы вот уже скоро будут? Много ли рекламы разной политической? Да, к сожалению, ощущается, что будут выборы. К сожалению, ощущается, что Харьков выберет Кернеса и команду. К сожалению, город захламлен, почтовые ящики мусором, столбы заклеены мусором, бигборды заклеены мусором. Город плохо выглядит, болезненно. Есть ли, вы уже сразу фамилии назвали, я, конечно, хотела сегодня этого избежать, но это, наверное, не получится. Любили, хотя Харьков, конечно же, с кем же еще ассоциируется в первую очередь? Вот сразу. Где еще знают мэра города и губернатора в мире? Нигде. Да, ну, да, да. А здесь другая ситуация. Вот лично на вас это все давит? Вот эта реклама, эти пестрые какие-то заголовки, эти обещания? Удается абстрагироваться от выборов по там моим личным определенным причинам. Я в них не участвую, я никого не поддерживаю, фактически никого не выбираю. Мне удалось создать такую капсулу, я живу комфортно. Но харьковчанам очень сложно, очень тяжело, очень трудно сделать правильный выбор там, где его нет. Так скажем. Угу. Ну, на самом деле, мы уже говорили в этой студии, да, и у нас был эксперт из движения «Честно», который говорит, что даже вот лучше просто идти голосовать. Это уже остальное ваша ответственность или вопрос вашей совести, за деньги вы это делаете или нет. Да, как вы анализируете, плохо, хорошо, это уже другое дело. Но главное – участвовать в выборах в принципе. Нет, первый этап – это участвовать в выборах обязательно. Второй этап – это думать головой. У всех есть голова, или мы думаем, что есть голова, каждый – думать головой. А вот почему вы, думая своей головой, пришли к тому, что, в принципе, к сожалению, да, ваша формулировка, что Кернес вновь победит? Почему к сожалению? Ну, потому что это зло для нашего города. Вот, это мы не знаем, за что Харьков получил, скажем так, небеса наказали его нести эту карму, да, этого человека, я без эмоций. К сожалению, его поддерживает и, ну, мое мнение, и власть поддерживает, иначе не было этих шоперечных судов в Полтаве, и его поддерживают олигархи, потому что по определенным меркам, есть такая ситуация. Но все-таки он же не сам пришел к власти, за него проголосовали. И проголосовало достаточное количество людей для того, чтобы... Да, вы красиво, хорошо говорите. Да, за него проголосовали. Да, да. Но выигрывает тот, кто... Не те, кто голосует, а те, кто считает. То есть очень многое делается, манипулируется. Вы работаете в телевидении, Катя, вы это знаете прекрасно. Как манипулировать сознание? Мы знаем, как шла инфорвойна между Россией и Украиной, да? Зачем вы сейчас говорите то, что не нужно говорить? Его выбрали, это всенародный выборный мэр, бред это. А что же сделать тогда? Нет, ну все-таки выборы были последние. Смотрите, во всей Украине в 2010 году. Вот кого выбрали те эти 5 лет и представляли город, село, да, там, или район, область. Ну вот, что же, шли же на выборы, выбирали. Вот отношение харьковчан, что у всех такое же категоричное, как у вас? Нет, у нас и полуваты, много и сепаров много, и все это электорат. До того, о ком мы сейчас говорим, не будем вслух называть его в прежде. А что, о чем вы говорите с людьми, которые поддерживают действующего мэра? Вы знаете, как-то так получается, что в моем кругу они либо стесняются признаться, да, вот понимая, что к ним правый сектор придет, да, либо я не общаюсь с теми людьми, которые поддерживают эту личность. Тогда другой вопрос. Есть ли альтернатива, да? Есть ли, в принципе, из кого выбирать? Смотрите, в жизни не бывает черного и белого. На сегодняшний день нет белого лидера, идеального, пушистого, сильного и возможного противостоять. Но, как у наркоманов есть понятие наркозамещения, да? Сначала нужно выдавить, взять серое и потихонечку отбелять. Нужно эту власть выталкивать. Мы после революции Майдана, мы не стали
розовый, белый, пушистый. Мы знаем, прекрасно видим, как власть себя ведет, да? Но двигаться нужно в сторону. Сейчас нужно сдвинуть эту власть и потихоньку замещать. А кто это должен делать тогда? Потому что вы очень так категорично, да? Кто-то должен прийти навести порядок? Все, харьковчане должны прийти на выборы и выбрать альтернативу существующему мэру из тех, кто предлагается. Мы должны были объединиться, к сожалению, никогда это в Украине не получалось объединиться демократическим силам. Это два гетьмана, три булавы, да, то есть это история такая у нас карма народа нашего. Но лично для вас, если бы вы голосовали, вот есть кандидат, за которым альтернатива действующему мэру? Скажем так, есть кандидаты. Возьмем, да, то есть простая математика, менеджерская задача. Есть кандидаты, которые прошли, которые выбираются. Да, сужаем. Этих нет, остается. Дальше вариант, остается двое, бросаешь монетку. Если они тебе равнолюбимы, тебе или имеют равные, плюсы-минусы. Берешь листочек, да, слева плюсы, справа минусы. И пишешь у каждого свои наличие команды, управленческого опыта, там, грехов, прочего. И в итоге мы выйдем, каждый выйдет для себя таким нехитрым способом за один вечер у себя в семье за кухонным столом выйдет за того, за кого надо голосовать сегодня. Обязательно. Mm-hmm. Это очень интересная, кстати, методика. Спасибо за то, что сказали. Я только могу предложить, чтобы не было, знаете, такой одной только точки зрения. Геннадий Адольфович Кернес, если хотите принять участие в нашем эфире, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда открыты к диалогу. Дмитрий, и последний вопрос, если можно, у нас одна минута буквально для этого включения остается. Ну вот, что за история с оппозиционным блоком, которому не дали избираться, а потом, значит, все-таки вроде как дали. Какая ситуация? Будет ли в избирательных списках? Я думаю, что его не будет. Я не знаю, откуда наши власти, правители нашли силы обратить на это внимание, да, обратить внимание общественности и судебные ЦИК инстанции идут четко, скажем так, боятся брать денег, боятся регистрировать и пытаются идти. А законодательство у нас такое, по моему мнению, что можно сделать все, что угодно. Но та власть, которая была в Харькове, оппозиционный блок, да, то есть эти люди, тем более, то есть замаскировавшись, они пролезут все равно, они все равно будут. Но так нагло, так борзо, так год назад стоя на трибуне Дворца спорта в Харькове с колорадскими ленточками, да, и сейчас же они идут, мы освободим наш край, мы принесем мир. Нет, такого быть в Харькове не должно. Это оскорбление, и спасибо, что, борется с этим с оппозиционным блоком. Спасибо большое. Дмитрий Харченко, спасибо. Автомайдан Харьков. Прямо-таки из Харькова включился к нам по скайпу. И мы продолжаем наш разговор о выборах. И очень такой важный момент, да, что переселенцы проголосовать не смогут на этих выборах в местные советы, и огромная дискуссия на этот счет, но мы уже много сказано, и все аргументы переселенцев, которые хотят голосовать, и экспертов, которые говорят, простите, вы же здесь может быть уедете, недолго живете, вы здесь не прописаны, зачем вам выбирать власть? Пусть это делают люди, которые здесь голосуют уже не впервые. Все, что я хочу, чтобы мы сделали сегодня с вами, у каждого свой вывод, но мы услышим голоса людей, переселенцев, которые бы хотели проголосовать 25 октября. Вот почему. Те, кто за Украину, их много, и приехали в том числе в Киев и в других областях по Украине. Я думаю, им очень хочется голосовать и понимать, что они часть этой страны. Ой, да нас много чего лишили. Просто не хочется разговаривать и на эту тему говорить. Я уже переехала в Киев навсегда, я уже решила обосноваться здесь, и поэтому для меня важно, что будет происходить именно в этом городе. То, что я не могу решить судьбу, какие-то основные важные моменты в этом городе, в Киеве, да, для меня, конечно, меня не устраивает. Мне кажется, что это вообще отношение к переселенцам, как к людям, которые не совсем достойны, возможно, голосовать, потому что, есть такое в общественном сознании представление о том, что переселенцы с Востока голосовали всю жизнь за Януковича, и вместо того, чтобы отстаивать на Майдане свои права, как делали все остальные граждане Украины, они в это время голосовали за Януковича. Мне кажется, что это, мягко говоря, стереотипное представление. Слушайте, нас вообще не считают за людей. Нет слов. А матюкаться вроде стыдно уже 70 лет. Этот конфликт затянулся, и многие, кто выехал, находятся здесь от полугода и до полутора лет. И
Многие говорят о том, что они не планируют в ближайшие 5 лет точно возвращаться домой. Если люди проживают на определенной территории такое большое количество времени, они становятся частью этого сообщества, которое сложилось там еще до их приезда, и, конечно же, имеют право на полноценное участие в его жизни. Ну, а вот мы только что послушали мнение переселенцев, которые бы хотели проголосовать на местных выборах 25 октября. И сейчас, как и обещала, еще один город прекрасный и любимый всеми Львов. И корреспондент Радио Свобода Галина Терещук с нами на связи по скайпу. Добрый день, Галина. Добрый день, вітаю всіх ваших глядачів. Ну, ми теж, на самом деле, раді бачити вас в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. І, звісно ж, цікавить, от ми опрашуємо багато міста України, що, от як відбувається ця передвиборна гонка у вас во Львові, учитывая, що мер міста – відома персона для всієї країни, да, і його політична сила, на самом деле, йде на вибори теж в різних регіонах, во всіх регионах Украины. Ну, что вы скажете, много ли рекламы, много ли обещаний, политических лозунгов? Вы замечаете разницу вот от того момента, как была спокойная, обыкновенная, обыденная жизнь во Львове, и вот этот период предвыборной гонки? Ну, передусім скажу, що одесити мають сентимент до львів'ян, а львів'яни зараз мають сентимент до Одеси. Десь ми схожі трішки. Дуже активно почала така активна виборча кампанія десь тижнів останніх два. Можна зауважити дуже багато бікбордів на вулицях, ними просто рясніють, усі стовпи, які тільки є вільні, все це заклеєно. Дуже багато телевізійної є реклами. І можна говорити про те, що сьогодні політики, кандидати в депутати, партії намагаються говорити з виборцями не конкретно очі в очі, відкрито, щиро, бо це набагато складніше, очевидно, а говорять з ними з екранів телевізорів, говорять з ними через бікборди, і зараз дуже активно, масово встановлюють намети. Також цих наметів дуже багато біля церков, тому що галичанам все-таки традиційно, притаманно, що люди завжди в неділю йдуть в церкву, людей багато по церквах. І ці намети, і ці агітатори стоять перед храмами, роздають друковану продукцію. Але якщо друковану продукцію так роздають руки в руки, то, скажімо, значно менше реклами кандидатів і партій, у друкованих засобах масової інформації, у газетах. А відтак значно менше чорні джинси. І такий чорний піар, він з'явився останнім часом з екранів телевізорів. Всі знають, всі розуміють, так, хто за яким мас-медіа стоїть і які сили, очевидно, замовляють цей такий чорний піар. Але серед того, що політики зараз чинять такий радше тиск на виборця, самі львів'яни, самі виборці до сих пір є невизначені. За моїми такими оцінками, мабуть, 50% людей, які прийдуть на виборчі дільниці, будуть визначатися, кого вони мають підтримати вже безпосередньо у кабінці. Цього не можна сказати про про мерів, так, про того, кого підтримують на посаду міського голови, бо з тим люди більш визначені. Лише зауважу, що в нас за крісло міського голови у Львові змагається 11 кандидатів, з них є чинний міський голова Андрій Садовий, є 4 народних депутатів, зокрема колишній віцер-спікер і Кошулинський, є народний депутат Дмитро Добродумов і Оксана Юринець, є 2 чинних депутатів міської ради. Тобто вибирати із кого є, да? Вибір хороший. Вибирати, але також, власне, ми так гадаємо, так, що є з кого вибирати. А виборці тим часом говорять, що вони, їх так багато ніби, а вони не мають за кого голосувати, тому що десь не бачать гідних людей. Одні говорять про те, що вони би хотіли бачити більше нових облич. А тим часом партії у своїх списках, а в нас загалом балотується в міську раду, в обласну раду, і якщо так брати вже районні ради, десь 18 партій загалом,
У списках цих партій є дуже багато не тільки нових імен, а є дуже багато старих. І старих політиків є значно більше, ніж нових імен. Серед нових облич є волонтери, серед нових облич є воїни АТО. І, власне, на воїнах АТО багато кандидатів у депутати піаряться. Ця тема є така армія загалом, і війна – це така є пріоритетна тема у гаслах. Ну вот давайте посмотрим картинку из Львова. Это ваш сюжет для программы «Радио Свобода. Мы разум». Мы посмотрим его и вновь вернемся в студию, обсудим. Такі оголошення на лавках представники комітету виборців зафіксували у трьох районних центрах області. Довести факт підкупу виборців у цьому випадку складно. Оскільки «Самопоміч» не розмежовує своєї діяльності громадської організації політичної партії. А новоспечена партія «Наш край», до якої увійшло багато екс-регіоналів, пропонує батькам і дітям безкоштовно навчитися верхової їзди на львівському іподромі. І це теж непрямий підкуп виборців. Очевидно, це супроводжується агітацією за партії. Ми маємо це так само розцінювати як факт непрямого підкупу виборців. На сьогодні комітет виборців зафіксував один факт підкупу виборців від партії «Громадянська позиція» спільно з підприємством «Галицька здоба», керівник якої балотується. Пенсіонерам роздавали хлібобуличні вироби. Люди охоче брали безкоштовний хліб і булочки, обіцяючи проголосувати за партію і кандидата. Люди не до кінця розуміють, що це є продаж свого голосу безпосередньо, і це просто дешевий підкуп. Чим ближче до виборів, тим більше кандидати і партії розкидатимуться обіцянками створити рай на землі і при цьому роздаровуватимуть продуктові пакунки. Львівський виборець ще не навчився голосувати розумом, констатують соціологи, а реклама і телебачення лише маніпулюють. Голосують не за конкретні речі, не за конкретні обіцянки, а за якесь уявлення, що саме ця людина, саме ця політична сила може щось зробити або щось покращити в майбутньому і для виборця, зокрема, чи для міста Львова. Ця виборча кампанія вирізняється тим, що партії бояться людей, не йдуть на прямий контакт. Воліють розмовляти з виборцями з екранів телевізорів чи зображень бікбордів. Одиниці людей приходять на зустріч з політиками, бо цей метод спілкування з виборцями застарів. А загалом серед мешканців області панує апатія. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом. Ну, у нас на прямом включении по скайпу автор сюжета Галина Терещук, корреспондент «Радио Свобода». Вот эксперты в вашем сюжете говорят о том, что, в принципе, избиратель еще вот не так осознанно подходит, то есть не анализирует какую-то программу, да, обещания конкретные. И все-таки избиратель ведется, да, на какие-то лозунги, на эту массовую рекламу, это давление, которое из средств массовой информации, возможно, да, подается, или с окружающих билбордов, сети лайтов. Вот люди, с которыми вы общаетесь, да, все-таки обычные люди, они на что обращают внимание в первую очередь? На стабильность, да, например, ну мэр же вот уже сколько лет мэр, стабильно, все нормально, может быть, ничего менять не надо. Или хочется новые лица видеть у власти, возможно, совсем людей, которые не из политики пришли, да, вот вы уже назвали, что это из гражданского сектора, или же это военные люди. Тут ще законодавство дуже закручене, скажімо так, про місцеві вибори, тому що, скажімо, програма не вимагається. Важко довести, застосовується адмінресурс чи не застосовується. Люди дуже різняться в своїх думках. Молодь, вона більш така динамічна, вона хоче швидко бачити зміни, які відбуваються, так? І тут десь у виграшній ситуації, скажімо, є Андрій Садовий, бо бачить, як що місто там змінилося, більше з'явилося кав'ярень, місто туристичне, якийсь ніби рух і так далі, і так далі. Хоча з іншого боку ми бачимо Львів, який руйнується, тому що на будинки, на реставрацію, на історичне середовище коштів не виділяється. І це справді є дуже великою проблемою для міста. Чи, скажімо, велика проблема те, що чують уже мешканці кілька тижнів, що дуже поганий запах є, власне, у Львові, і невідомо, яка причина його. Чиновники чітко не кажуть, чому такий сморід у місті, якщо так просто сказати.
люди хочуть бачити нові обличчя, але тут теж виникає небезпека. Вони можуть голосувати за нові імена воїнів АТО чи волонтерів, яких вони знають, так, чи які візуально в них викликають певну довіру. А з другого боку, вони будуть розчаровані, бо можуть не побачити цих людей вже як депутатів. Тому що також ми знаємо, що згідно нового законодавства є певні там результати, підрахунки, там дуже важка та схема, власне, система цих підрахунків. Тому я думаю, що для людей буде дуже великою несподіванкою те, що вони не побачать тих, кого вони хотіли побачити у кріслах депутатів. Знову ж таки, мешканці хочуть відчувати безпеку у місті. І тут теж виникає запитання, а хто ж їм цю безпеку сьогодні може запропонувати? Тобто, бо людина хоче просто ходити безпечно у місті, щоб комфортно жити в цьому місті, щоб була вода, газ, тепло. І це зрозуміло, щоб вирішувалися питання швидко у ЖЕКу і так далі. Тут також самопоміч є в більш виграшній ситуації. Знову ж таки, що ці вибори ще демонструють, це, наприклад, от в матеріалі йшлося про те, що комітет виборців, він не може доказати, що це прямий підкуп чи не прямий підкуп виборця. Тому що скажімо, самопоміч, вона діє як партія самопоміч, але ще є громадська організація самопоміч. І знову ж таки, за такою схемою сьогодні працює і народний контроль. Є партія народний контроль, а часто вони говорять, що це є громадський рух. Тому, а діяльність практично є одна. І тому з тими підкупами можна там, чи з певними маніпуляціями, справді робити от такі штуки технологічні на виборців. Я гадаю, що виборець буде більш візуально. Тобто, оце так, як ми заходимо в магазин, бачимо 20 видів кави, і ми намагаємося якийсь один вид кави вибрати. А перед тим ми з вами десь випадково бачили рекламу, чи хтось написав в соціальних мережах, що саме ця кава є дуже смачна. І я думаю, що саме оцей психологічний трюк впливу візуально на виборця, він буде впливати в день голосування. Галина, спасибо большое. Конечно же, пример с кофе очень по-львовски, наверное, да? Потому что одна из вещей, чем славится Львов, это и вкусный кофе в том числе. Спасибо вам большое. В принципе, получается, что ситуация в разных регионах Украины примерно одинаковая, да? И действует... Змагаються не досвід, не професіоналізм, не рівень порядності людини, бо їй дуже важко одній людині без партії, ну взагалі без партії нереально, так, зараз, згідно законодавства, балотуватися. Але змагаються сьогодні просто креативи, вигадки політтехнологів. Оце є змагання політтехнологів, як на мене. Ви будете голосувати? Думаю, що так, але теж не визначилась. Ага, ну, значить, ви будете одною з тих збирательниць, які в кабінці голосування, можливо, да, определяються вже. Напротив... Ну, направду важко сказати. Можливо, проблема журналістів в тому, що ми багато знаємо про політиків, так, і нам дуже складно, тому що ми прогнозуємо. І, до речі, один із людей, якого я опитувала, сказав дуже гарну одну річ. Каже, я 20 років намагаюся когось вибрати, але уявіть, що я 20 років помиляюся зі своїм вибором. Ну, свойственно, це значить всім, виходить, независимо від какая професія. Спасибо большое, Галина. Галина Терещук, корреспондент Радіо Свобода, на включенні із Львова. Ну, дорогие мои, получается, что мы с вами вот посмотрели в разных городах, на примере Харькова, Херсона, из Мариуполя видели, да, какие-то, слышали, что там говорят и как будут выбирать. Вот Львов подключился, Киев, Черновцы. Ну, собственно, как-то, в общем, все очень похоже. Мы с вами похожи в этом смысле. На самом деле, давайте вспомним слова наших экспертов и будем, наверное, смотреть и анализировать, какие мотивы у людей, которые хотят попасть, получить мандаты и попасть в горсовет или в районные областные советы. Ну, собственно, и наши мотивы с вами давайте проверять и анализировать, как это получится, у кого раньше, у кого быстрее, кто прямо в кабинке для голосования, определиться. Неважно, все, что мы услышали сегодня, тоже такой общий один момент, что нужно идти и голосовать. Вот 25 октября посмотрим, насколько мы с вами проявим свою активность. Спасибо за то, что вы были с нами. Оставайтесь и дальше с Черноморской телерадиокомпанией. В наших эфирах, я думаю, вы это уже поняли, мы говорим о разных важных темах и говорим об этом абсолютно открыто. Оставайтесь с нами.